велком. В переулке гирлянды мигалок. Дели банк или единобанк. Лодка ставка, почки мало бара. Ее цвязки стреляют, как маузер. Терпит-терпит вместе с опиатом. Это крайняя дорога в ад. Связи слишком сложно выбирать. Ведь тут не предложен оператор. Хватит звонить. Я не буду смотреть ей в глаза. Никто пускай печально там. Роза рук с умрем живота. Раздается, как колода карт. Таро, маме. Много лучше, но не пизда. Разговора больше, чем товара. Майку бьют, как вороны. Они летят во все стороны. Сорваны панелем поровну. Скурили лямы, нам все равно. Открывают двери храма всем. От Адама до Саддама. Кореш, я имею шрамы. Не зализываем раны. Назови меня Бог мой. Рок-н-ролла, будто Pink Floyd. Стая рядом, слышишь их вой. Я даю вина со синьфой. Они зовут меня Джимбо. Выходец Лимбо. Поднятый на руки или одетый на виллы. Сам себе выберу имя. Пал с неба, теперь мят землю. Тени шепчут, но я не внемлю. Это долгий путь наверх. Словно первородный грех. Теперь поймей их всех. Еду через город на дело. В голове трипл 6-9. Заливаю бак на стоки своих денег. Потом к моего она показывает, что умеет. Hey, нет. Я брожу за зеркалами. Сзади стоят тени, но что же с ними стало? И все мои враги вдруг оказались истуканами. Честно, за тому живет теперь как будто каменный. Как можно жить с таким названием, когда его каждый второй не выговаривает? Нет. Я буду делать, чтобы знали. Ты помни мое имя и пиши его заглавными. Я хочу, чтобы на моей семье сияли камни. Чтобы близкие не нуждались и сохранять суть, но оттачивая стамину. Доставать АК из багажника Гелендвагена, yeah. Вы меня поняли неправильно. Это те проблемы, от которых голова болит. Просто-напросто я не хочу быть заваленным. Из горячих точек стволом, может, даже табельным. Нет. Вы меня поняли неправильно. Это те вопросы, от которых вся душа болит. Просто-напросто не хотел бы быть отравленным вашими словами или же другими ядами, yeah. Где-то говорили, что я сделал прочитан. И вот треки для ротации, и вот тексты ни о чем. И он просто ебать, сразу видно, что мажор. Без чужих рекомендаций он сюда бы не прошел. И нам похуй на таких, как это. За небольшие дяди и вагон запрета. Это проект, который прогорит за лето. Я на его концерт не подойду на метр. Именно поэтому мне предлагали 3 контракта. Но я выкинул их все, ведь так нужна команда. Это все происходило за полгода до BM. Я с ними, потому что не хотел двигать ни с кем. Захочу, я буду петь пальцетом. Суки, трек за треком, весь текст об этом. Даже при таких во мне больше рэпа, только вспомни, где был. Еще прошлым летом. Перебив охрану, влезть на территорию богемской рощи. Или увидеть церемонию иллюминатов, приоткрыв Букингемский дворец на ощупь. Или купив гранату, сней в куб завалиться Бильдербергский ночью поебать. Все это заведомо проще, чем вашим попасть на БМ с сыночком. Ведь мы закрытый круг.